motherfucker. И какого хуя тут происходит? Почему? Что это? Это что, тоже сквозь стекло проникает? Походу, короче, все очень натянуто виртуально. Наверное, да. Смотри, ходит и выходит. Вы нормальные, алло? Что вы? Призраки рыбок? В смысле, я только что поймал рыбу, которая плавала. Посмотри, какая злощупала какая-то. Между тем, здравствуйте, дорогие ребятки, друзья, товарищи. What's up? С вами канал Allegame, Let's Play Rack, это Subnautica Below Zero. Что ж, начнем двигаться по сюжетной линии. Параллельно начнем изучать этот мир, развиваться дальше. Что это за загадочная женщина в экзоскелете? Последняя точка, где мы ее могли достичь, находится в 600 метрах от нас. Давайте попробуем обплыть это дело все по мелководью. Ну ты, какие тут ракообразные. А, нам между тем туда. Это яйца, что ли? Фумарола. Ну, фумарола это похоже на пузырьки. Фумаролы являются отверстиями для пары и вулканических газов, которые такие... Жидкий лед, смотри, это оно и есть. Вот так вот оно набухает, а потом взрывается. Как показало исследование, рядом во время взрыва с ней лучше не находиться. А это что? Радужная сита. Радужная сита – это светящийся коралл, напоминает сита или друшлаг. Так, впереди какая-то тварь. Нам неизвестно, что это за создание, на что оно способно, поэтому лучше мы не будем пока испытывать судьбу и вступать с ним в плотный контакт. Поблизости обнаружена корма космического судна. Поблизости обнаружена корма космического судна Трансгосударства Солнца. Название судна Меркурий-2 не функционирует. К-8. Посмотрите, какое оно огромное. Выглядит как боевой военный корабль. Возможно, это и был военный корабль. Не просто исследовательский корабль, а военный исследовательский корабль. Просто жесть, посмотрите. Кто-то мне подсказывает, что на этот корабль можно проникнуть. Да, смотрите, здесь можно побывать. Мы нашли какой-то проход вот здесь вот. Сразу направо, который я ранее не замечал. Здесь вот есть какой-то щит. Запечатанная дверь, разрежьте и открыть резаком. О, а вот и второй этаж. И растение с кислородом. Еще проход есть, еще батарейка. КПК, мы нашли информацию. Смотрите, охренеть, что здесь? Да, здесь столько всего интересного. Это какой-то, это моторный отсек, походу. И здесь нигде нет резака, ребят. Самое отвратительное, что нигде здесь нет третий недостающий фрагмент узла параллельной обработки, общий прогресс 33. Какой-то параллельной обработки узла я фрагмент какой-то изучил. Наверное, он для чего-то нам нужен будет. И возвращаемся обратно. Тем не менее, мы отправляемся на поиски загадочной женщины в экзоскелете, которая в прошлый раз грозилась нам, что мне лучше проваливать отсюда и не сувать свой нос. Сколько здесь хищников, а? Мы вот все плаваем вокруг да около, но еще не встретили крупных хищников. Первым делом, с чем мы познакомились, когда играли первую часть, с огромным хищником. Набравшись смелости, мы все-таки двинулись в направлении пилота последней известной координаты. Ну или почти. Не, давайте дождемся, ну как минимум дня, потому что я чувствую, что сейчас будет ночь. Очко играет вообще сказочно. Сколько метров? 150? Да, блин, а. Короче, у нас с погружаемостью очень все херово. Надо обратно вернуться и что-нибудь с ней сделать. Давайте посмотрим, может быть у нас открыт уже какое-нибудь улучшение. Какие рыбы красивые. Пойдемте апгрейд делать нашей лодке. Блин, очень плохо все прям. Я думал, мы сразу туда, но видишь. Так, отлично, мы прибыли. Так, использовать модификации. Итак, модуль глубины погружения 2. Модуль погружения. Пласталевый слиток, эмалевое стекло. Чё ж мы раньше этого не сделали? Так, пласталевый слиток. Титановый слиток есть, литий должен тоже быть. Подожди, литий есть, титановый слиток есть, литий второй еще нужен. Литий 2 есть. Отлично, сейчас, подожди, замутим. Вот эту штуку делаем. Короче, вот это стекло, намалеванное стекло. Вот свинец, алмаз. А это что, алмаз? Есть свинец. Я помню, где-то был. Вот, свинец. Есть. Все.
теперь попробуем с этим улучшением добраться до последней точки, где мы видели женщину в экзоскелете. Я уже фанат этой женщины в экзоскелете. Не терпится, конечно, узнать, что она и кто она. Смотри, какие тут прикольные рыбы. Может быть, ее зовут Диана, может быть, она с этого как раз-таки корабля, и мы что-то сейчас узнаем о судьбе этого корабля. Потому что уж очень интересно, что здесь произошло, а кто она такая, зачем она такая, откуда она такая. Есть предел 150 метров. Охренеть. Кто это, ребятки, смотрите. Вот это да. Хоть глубина небольшая по сравнению с первой частью, но она ощущается. Давайте заглянем, что у нас там. А там у нас акулы, ребят. Какие милые ребята. Нихера! Что это было? Что это? Ты видел? Ты видел? Три этажа вообще. Вот это родище. Просто. И нет пацана. А я ей еще милашкой назвал. Вот палец в рот не клади этой милашки. Весь поплавок заглотит вообще, я тебе кричу. Слушай, опасная акула. Вот я смотрю, у них здесь у всех рты большие. Так, последний раз мы ее видели здесь, да? Я думал, мы сюда приплывем и все. Какая-то подводная пещера. Поблизости находится аномальная скальная масса, поглощаясь вспышкой над окружающим дном. Так, мы погрузились в пещеры какие-то. Это сеть пещер, правильно? Возможно, там, где пилота мы видели, возможно, она куда-то нырнула вниз, я не знаю. Все вполне вероятно. Поэтому будем двигаться здесь, в этом районе, где последний раз ее увидели. Смотрите, а ведь это дело рук человека. Разве я не сказала тебе держаться подальше? Отчего? Я даже не знаю, кто ты. Мое имя Маргарет Мейда. Ты на моей земле. Здорово, можно зайти погреться? Ты понимаешь слово «убирайся», альтерранка? Я не из Альтеры. Мы нашли эту женщину. Сейчас мы узнаем, кто она такая. А вот и некая подводная база. Смотри, у нее стыковочный отсек есть. Давайте его сосканируем. Отлично, техника, стыковочная шахта. Фрагмент стеклянного купола большой комнаты. Нихера себе. Новые здания, прикиньте, ребят. Фрагмент большой комнаты. А я там себе вот это вот строил башню научно-технологическую. Нестандартный костюм краб. Костюм краб Маргарет. Мы исследовали костюм краб Маргарет. Это же просто авсом. Я тебе кричу, прям прикинь. Маргарет. Я же сказала тебе не лезть на мою территорию. Фух, ты выдрессила эту тварь, что ли? В следующий раз я дам ей порвать тебя на ленточные... На ленточке альтеранка. Я не из Альтеры, меня зовут Робин Аю. Не, я ищу информацию моей сестре Сэм. Думаю, вы пересекались. Чушь собачья. Я предлагаю тебе немножко прийти в себя, а затем свалить с моей базы. Если ты не альтеранка, то почему бы тебе не отключить эту чертову спутниковую башню слежения вместо того, чтобы вваливаться на мою базу? Может, когда Альтера от меня отстанет, и я вспомню, где твоя сестра? На том столе есть хлам, который может пригодиться, и я так и не нашла ему применения. Вот это песик. Вопрос, как ты его сюда доставила? Будучи щенком? Ее преследует. Итак, у нас есть фрагмент модуля тестового режима. Полярная лиса. Гравитационный мотоцикл, который мы видели в трейлере игры. На который главная героиня убегала от... адского червя. Так, значит, она нам сказала, чтобы мы отключили спутниковую антенну, и тогда мы сможем, тогда она сможет вспомнить что-нибудь про нашу сестру. Журнал Маргарет Мейды, номер 2. Плыв так далеко в море, шансов вернуться на сушу нет. Я бы умерла от истощения раньше, чем доплыла до берега. Все, что мне оставалось, выжить достаточно, чтобы меня куда-нибудь прибило. Я почувствовала, как меня засасывает, когда вдруг из-под воды появились огромные челюсти. Тело жнеца всплыло аж через несколько часов. Я вскарабкалась по его боку и уселась сверху. Я прикинула, что тело проплавает еще как минимум несколько дней. Достаточно, чтобы я могла перевести дыхание. Но потонет ли оно до того, как я умру от жажды или после того? У меня был нож, ремонтные инструменты, 3 литра воды. По крайней мере, мне не грозила смерть от истощения. Нихера себе, при падении! Она, значит, вскарабкалась на оглушенного жнеца, на котором она доплыла до ближайшей суши, на котором, значит,
она еще умудрялась зажигать костры, сжигать жиры его и есть его же мясо. Офигеть, это просто баба-легенда. Костюм краб Маргарет. Данный стандартный костюм краб третьей модели был вручную модифицирован владельцем путем замены одного из сегментов манипулятора на челюсть молодого хелицератора. Учитывая диапазон доступных высококачественных модификаций крабов в засекреченном наборе для изготовителя Альтера, эта модификация больше является стилистическим выбором, нежели функциональным. Однако в оборонительной ситуации в руках опытного пилота острая рука хоть определенно может быть полезна. Короче, нам нужно срочно обратно. Нам нужно отключить какую-то башню. Ребятки, это прям огонь. Не, мы отправились обратно на свою исследовательскую базу, чтобы внести кое-какие технические изменения в конструктив нашего транспортного средства, а также разработать план действий для выполнения поставленной для нас цели – отключить станцию альтеранцев. Ну а где находится эта антенна и как мы ее будем отключать, мы узнаем с вами в следующей серии. С вами был канал Alligame, Let's Play Rock, это Subnautica Below Zero. Увидимся, ребятки, пока. Да, кстати, подожди, братан, этот лайк поставь.